Здравствуйте, ребята. Продолжаем разбирать посылку или посылки, которые я получил из интернет-магазина. Розетка по новой почте. Сегодня я хочу показать фото-видео-штатив, какой получил. Вот. Называется он LXFT2610. Вот такой вот. Ну, начнем по порядку, да? Открываем его. Вот он хорошо так. Коробочка такая вот плотненькая, упакованная, все хорошо. Здесь вот пленочка. Пленочка в новом мешочке в таком. Вот. Снимаем. Здесь еще вот такой вот для переноски или перевозки. Вот такой можно его. Ну, конечно, тут ремешочек не регулируется. Вот так можно на плечо, конечно. Вот, или в руке. Уже на шее. На шею вот так повесить можно. Вот. Но не регулируется, короче. Тут хороший такой мешочек. О, какой-то толстый, толстый такой этот. Какой-то материал. Ну и тут сейчас мы посмотрим. Сам штатив сейчас. Откроемся. Небольшой вот такой, легенький, алюминиевый. Ну, обычный, как сейчас везде такие штативы делают. Значит, ну, сейчас посмотрим. Значит, четырехколенный он. Вот так вот. Как и все штативы китайского производства. Ну, не все, конечно. Такой, можно сказать, лебезный. Но ничего. Для не большой или, сказать, легкой аппаратуры он вполне пригодный. Сейчас вот так вот раскладывается он. Вот. Оп, вот так вот. Вот такой вот штатив. Тут вот такая вот ручка в него есть. Значит, чтобы тут вот сейчас все подпускаем, чтобы он вот, поднимался тут. Вот так вот. Повернуть вот так, а потом вот так поднять. Вот. Значит, вращается он. Вот, можно в какой плоскости? Вот в горизонтальной плоскости. Вот. Вращение это для съемки панорамы можно там променять. Вот. И также вот вверх-вниз. Вот так вот он может делать. Еще можно делать, вот так отпустить, еще вот так камеру. То есть камеру можно поставить как горизонтально, так и вот сбоку. Значит, сейчас посмотрим. Значит, чтобы вот так вот, вот зафиксировать вот это положение горизонтальное. Вот. Движение горизонтальное. Значит, есть вот такой винтик вот. Винтик вот этот закручивается. И он уже тогда вот просто тут движется. Но подвинуть его невозможно. В вертикальном положении вот эта вот рукоятка выкручивается. Вот здесь вот она выкручивается. И вот так вот, вот движется. Если вот так ее зажать. Вот. О, уже камера будет стоять устойчиво. Так, теперь что еще есть? Вот тут винтик, вот этот есть винтик. Для того, чтобы камеру можно было вот так поставить. На 90 градусов повернуть и то же самое зафиксировать вот здесь. Сама камера, вот винтик, вот он, отсюда вот она, такая круточка, чтобы камеру зафиксировать, камеру, винт, камеру. Также имеется вот здесь, вот он имеется здесь, уровень на, как выставить на поверхности, по горизонтально вот он уровень. Так что вот такие вот есть у него вещи. Высота его, сейчас я скажу, какая. Вот такая вот в рабочем положении. Вот такая высота. Это где-то получается вот 90 сантиметров. Но еще, если вам надо еще выше поднять, значит, есть вот такая вот винт такой, открываем, откручиваем и вот так вот поднимаем еще. Вот сколько поднимается. Сейчас теперь померяем, сколько в таком положении. Сколько мы добавили. Добавил я. Значит, получается теперь 1,07 м. 1,07 м. Значит,
вот такое положение еще можно. И тут точно так же отпускается, вот все работает. Вот, и довольно-таки вот он устойчивый, я же говорю, для небольшой камеры он вполне, вполне сгодится. Отпускаем этот винт, опускаем, раз, теперь можно зажать, чтобы он не колыхался тут, в этот винт. Еще раз повторяю, вот так вот движется, этот рукоятка, вот она, держит, делает по вертикали. Ну, вот такой вот небольшой, легенький, удобный, вроде все я рассказал про него. Вот. Теперь складывается так, ручку сюда повернуть, вот сложить ножки. Вот этого надо приподнять слегка для начала, а потом вот так вот сжимается. Для того, чтобы его собрать, вот эти все, вот здесь вот такие есть язычки, вот, оп, оп, вот, и собираем вот так вот. Легко собирается сюда, закрываем, чтобы они не высовывались. И тут вот тоже такие самые язычки, вот. Можно регулировать, я же говорю, разную. Вот, допустим, можно на такую высоту ставить ее. Вот такая будет высота. Еще вам, ну, надо ниже поставить, значит, еще ниже поставить можно. Вот, еще ниже поставить. Если еще ниже, значит, можно вот такую, вот, еще. Вот, вот так вот его поставить. Вот такой маленький будет штативчик. Ну вот, так он вообще очень удобный такой, вот, если вот на... На вот этих коротких ножках он вообще такой, можно довольно-таки большую, крупную аппаратуру ставить на него. Ну, а в выдвинутом положении, вот. А, еще хотел сказать, вот так, да? Ну, вот такое положение еще, давайте посмотрим, сколько. Вот самое маленькое, значит, 35 сантиметров. Значит, можно 35 сантиметров, самое маленькое, и метр, метр семь. Самое высокое положение получается у него. Вот такой маленький, удобненький фотоштативчик. Под названием LX-FT-2610. Что это означает, я не знаю. И также вот сюда он вкладывается, вот сюда. Пакетик этот, или мешочек, или как его назвать. Вот сюда. Так вот, сюда вот пипочку нажимаем, вот так, оп, вот, теперь берем сюда вот, сюда его, вот так вот, чтоб не намок, чтоб не отсырел он тут. И теперь в коробочку его на место. Все быстро разворачивается, он очень, так сказать, ну, можно быстро его развернуть, сложить, разложить. Легкий, удобный, все на нем движется, все хорошо работает. Так что я претензий к вот этому фото-видео штатива не имею, а только наилучшие о нем отзывы. До свидания, ребята.